Большой китайский нихао, с вами Кати Слетал, это мой канал Fashion in China. И пока что это первый и единственный канал на ютубе о моде в Китае. И сегодня я хочу вам рассказать о модных китайских тенденциях на текущий сезон, а конкретно на зиму 2017 года. И, наверное, вы сейчас подумаете, что я буду рассказывать вам о каких-то остро модных трендах, в которых сейчас ходят китайцы. И да, это действительно так, но в то же время и не совсем. Дело в том, что те китайские тренды, о которых я хочу вам сегодня рассказать, являются на самом деле очень специфичными и очень странными. И мимо них точно никак пройти нельзя. Поэтому смотрите, что я имею в виду. Китайцы – огромная нация, их много, и поэтому все процессы появления, создания, использования и изнашивания проходят быстрее. В Китае очень развита индустрия одежды. Ее тут производят тоннами, больше, чем в любых других странах. И очень часто в этом обществе появляются свои интересные особенности моды, так называемые тренды, которые из-за общей неряшливости китайской нации выглядят не очень красиво. Но любой человек, относящий себя к индустрии моды, будь то стилист, дизайнер или модный фотограф, если посмотрит на это между строк, обязательно увидит ранние тренды, которые можно ввести в общество и которые годом позже станут популярными. Китайский тренд номер один – носки под колготками. Я вообще не знаю, как возможно до такого догадаться и надеть носки под колготки, да еще под такие привлекательные колготки – желтого цвета с щепоткой трупного оттенка. Но китаянки считают, что и так сойдет. Я, конечно, долго была в недоумении от того, что увидела, от этих вот симпатичных носков под колготками, но потом подумала, а что если обыграть этот тренд по-своему, так сказать, сделать его более носибельным и реалистичным? В конце этого видео смотрите, как мне удалось это обыграть. Китайский тренд номер два. Школьная форма, как из коллекции бренда Fear of God. Все китайские школы предоставляют своим учащимся спортивную школьную форму, которую они должны носить в течение всего учебного года. Это простой спортивный костюм зеленого цвета с белыми деталями, что смотрится на самом деле урбанистично, а главное, такая школьная форма реально удобна для подвижных и энергичных школьников. Но каково было мое удивление, когда я увидела коллекцию стильного американского бренда Fear of God с практически такими же зелеными спортивными костюмами. Смею полагать, что Джерри Лоренцо, основатель этого бренда, на создание этой коллекции вдохновился именно китайской школьной формой. По-моему, оба варианта смотрятся достойно и стильно для энергичной городской жизни. Китайский тренд номер три – фантазийные пальтохи. В Гуанчжоу нет такой лютой зимы, как в России. Тут зима длится всего 3 месяца, и то минимальная температура 10 градусов плюс. Поэтому пальто тут носят чаще, чем пуховики, шубы или парки. Китайцы обожают пальто и шьют их из всех возможных видов ткани с различным интересным дизайном. Это может быть плюшевый материал, как у игрушек, либо кружево разной плотности, либо материалы, из которых впору делать ковры. Яркие нашивки и принты – обычное и любимое дело для китайского пальто. По-моему, смотрится круто. Часть вторая. Гуанчжоу Fashion Week. Во всем мире проходят недели мод, и такого рода события, как Милан Fashion Week, Лондон Fashion Week, Нью-Йорк Fashion Week, Москва Fashion Week, являются воистину очень трепетным и ожидаемым событием для всей модной молодежи. Поэтому, когда я получила приглашение на неделю моды в Гуанчжоу, естественно, меня накрыло двойным слоем мурашек, и я была уверена, что это будет такое же нереально крутое событие, как и везде.
Я думала, что получу массу вдохновения, что встречу кучу интересных местных людей, которые стильно одеты, и засниму их для своих видео. Но, к сожалению, как я уже рассказывала в своих предыдущих видео, мода в Китай еще только начинает приходить. Поэтому реально стильные и модные люди встречаются здесь очень редко. И неделя моды не была исключением. Сколько я ни старалась, сколько я ни искала, но реально стильных и модных мне удалось заснять мало. Но все-таки кое-что там было. Смотри. Сейчас уже еду на презентацию первого дня Guangzhou Fashion Week. Интересно, что там будет. Вот этот странный персонаж, который в кадре, был, пожалуй, единственным настоящим модником на всей неделе моды. Если в России и в Южной Корее парни делают мейкап и используют помаду, это практически считается уже нормальным, то поверьте, для Китая это очень редкий случай. When it shut down, that's not me and it shut down. Ring ring pussy, it shut down. Fashion week and it shut down. Went to the show sitting in the front row in a black tracksuit and it shut down. Touched the road and it shut down. Boy, better know when it shut down. Yeah, take time if a man want try me. No time. Usain Bolt when I run up on stage, I pick up the mic and it's reload time. Don't know your songs, but they know mine. That's why I got gigs just like Joe Grind. After the show, I'll be rolling mine. Don't care about the no smoking sign. They tried to steal my vision. This ain't a culture, it's my religion. God knows I don't wanna go prison. But if a man want try me, trust me. Нам раздали микрофоны с таким вот пультом. И список того, будет происходить. А происходить, видимо, будет, как я и думала, какой-то спич. Это было самое долгое вступление всех времен и народов. В прямом смысле. Перед показами собрались представители недель мод из разных стран, и они очень нудно и подробно рассказывали о своем вкладе в культуру. Сначала я подумала, что эта информация может быть мне полезна, но по итогу оказалось, что не очень. Потом, спустя миллиарды часов, наконец-то начались показы. И что я хочу отметить, показы были обычными. Никаких шоу, никаких перформансов и декораций, как, например, на Московской неделе моды. А коллекции были слишком аутентичны, слишком много китайского. И, на мой взгляд, не очень современно и модернистично. И, как я обещала, переворачиваю китайскую нелепость во вполне носибельный тренд. Носки под колготками вполне имеют место быть. Только лучше всего, чтобы носок был немного контрастным или с узором. Бонус-тренд. Цветные ушки. Если вам хочется чего-то совершенно нового в мейкапе, попробуйте использовать цвет на мочках уха. Цвет может совпадать либо с тенями на глазах, либо с помадой, либо быть обособленным. Накрашенные мочки уха смотрятся как логичное завершение образа в мейкапе. И главное, это действительно свежая идея.